Оцениваете шансы своей команды Краснодар на лидерство чемпионства? Все. Я думаю, что 7 очков, разница не имеет значения, так как это только начало. Это первый круг, еще все игры впереди, надо получать удовольствие. Еще после сбора надеемся, что мы дальше пойдем. Выучить русский язык, может быть, это помогло бы взаимодействовать с партнерами на поле в лучшей степени? C'est vrai, il a pardon. Normalement, je devrais comprendre la langue maintenant. Si tu as un jeu dans un bol de langue parousse. Peut-être comme j'ai un traducteur et un coach après comment ça fait que je suis devenu parousseux. En tant qu'à Comina, il fait, il périgote, il casse après, il fallait tellement bien dimanche à l'île de ça. Буквально на днях состоялось дерби. Матч Кубань-Краснодар, обе команды для вас не чужие, тем не менее, очень волевую, дерзкую победу смог одержать Краснодар. Прокомментируйте матч с футбольной точки зрения и с точки зрения каких-либо личностного отношения. Ils n'ont pas démérité aussi, c'était un bon match, je pense qu'on a pris le plaisir. Самое главное, avec les игры, когда мы получили удовольствие от игры. De 2-0 à 3-2, c'est exceptionnel. Уходить à 2-0, de 3-2, это очень хороший exceptionnel. Pour les supporters qui sont venus au stade, c'est pour voir le but, c'est pour voir le jeu. Les deux équipes ont produit du beau jeu. Для болельщиков, которые на стадион приходят, важно для них видеть голы, у них как раз будет много. Pour moi particulièrement, j'ai vécu une très bonne soirée parce que mon équipe a gagné. Для меня лично было очень приятный вечер, так как моя команда победила. Et c'était le plus important. И было самое главное. Большое. У нас для Шарля тоже есть подарок. Спасибо. Да, и ваши... Да. Ой, c'est magnifique. Merci. Il faut que j'ai le diplôme pour venir, non? On a dit ça, что ему нужно высшее образование, чтобы здесь поступать. Диплома, проблема. Я люблю чипать.